принципе, ему для имбовости на самом деле нужно только... Лимбовость, ему нужно только броню в башню добавить. Вот если ему добавить броню в башню, что она будет танковать, то он тогда станет мега охрененным танком. Просто охрененным танком станет. Привет. Выполнение задачи. Зря. С-115, где нужно нанести дамаг по ПТ-шкам. Хватает углов. Свечусь как-то. Новый прем-танк из коробок. К-91. Заходите на розыгрыш голды и эликсира на трола. Ссылка в описании и так, в комментариях. Где у нас там обычно стоят? Там, вот здесь, да? Рядов полно, покидаем. Мимо. Так, а что по ЛТ? У них одна ЛТ, у нас одна ЛТ. Нет, кто-то стоит, но я его не вижу. Этот чувак кидает на ТСТ, пока до этого. Не успею. Доворачивает как идеально от меня. Упал снаряд просто. Мимо. Он вниз уехал. Мимо опять. ЛТ нашел, светанули по любасу в свете. Еще одна, конечно, первая. И первый. Понятно, что по горе у них, вот чем проблема. А бы я его с бабашки в башню, как думаете, нет? Едь там света, сука. Жалко, не попал. Твою мать, стерва на полке. Насгара должна ехать. Насгара почему-то не едет. Насгара почему-то не едет. Там же есть прострел уже, боже. Что? Куда моя тычка? У меня что-то две тычки последних просто своровали. Пиксель один. Вот эхо молодец, не двигается. Ну, сука, почему никто не стреляет? У меня миллиарды ПТ, почему они не стреляют? Алло! Кого они ждут? У меня опять снаряд упал. У меня просто три последних тычки просто своровались, сука. Этот едет меня барабан раздавать свой. Маус. РХМ где? В поле, понял. Стерва опять, сука. Ну, ребят, с полки. Нет, никак вообще. Я боюсь подставиться сейчас под кемпу с аллеем. Только мясо я не могу кидать из-за этой стервы, сука. Ну почему у меня гора-то не рашит? Ну боже. Ой-ой-ой, куда я там вкатил? Ты куда это, Вася? Иди сюда, это наша зона. Это наша колонка, мы ее доим. Хорошо. Добьете сами, надеюсь. Добьете, нет?
Да, на встречке я теперь понимаю, почему эти всякие псевдостатисты играют все эти режимы. Здесь в этих режимах реально одни эти самые неадекваты играют. Просто неадекваты, неадекватно, не на, не, сука, меня впаривает. Весь мне барабан раздавать. Спасибо за фол. Ну, в случайном бою вы, конечно, такую фигню, конечно, не увидите, это явно. Только вот, блядь, в таком режиме такой встречи, ну, может быть такое, быть такой дичь, чтобы люди просто по аллее ехали, мне опять снаряд своровали. Демоны из ВГ. Опять выходит, сука, раздавать. Да этот, сука, ты отвалит от меня-то. Футур, наказывай, пожалуйста, ну боже. Чего? Ты не охренел там, пес? Ну, в ягу не можете здесь продавить. Но я не досвелся. Я не досвелся, скажем прямо, я не досвелся. Скажем прямо, я не досвелся. Давайте мы сделаем так вот, чтобы не напрягаться до того. Ходить на меня, он охренеть, он охренеть, охренеть, сколько он получит. Боже, ты как это делаешь? Да боже, ты чем занимаешь на своей горе, это конченый, сука? В итоге, блядь, все хп просрал. Надо зарядить гамули на Верочку, ему дать печку одну. Сука, чувак просто выхвах. Ну я не могу его кон. Сука. Меня-то 28 мешает. Ну, чтобы до 28-го, что надо, чтобы убили. Тогда я смогу с ним играться. Нормально, Вася, катаешь. Чё, постоял? 389 альфа, понимаю. Вот так вот статисты вот в этих режимах набивают свои псевдоуроны и псевдостатки свои. Спасибо за победку, танкист. Стоит меня, смотрит, прикиньте. Боком вроде бы яга. Вот по Т-28, конечно, зря дал тычку, надо было дождаться засвета ЛТшки. А этот пес здесь стоит. Мангар Вась. Мастер раз, нет? Как думаете? 20 секунд, я не успею. Пять 905 врагов пойдет сюда на базу. Я думаю, это мастер раз. Опять же у нас ЛТ молодец, не сдох. Если бы ЛТ сдох, это было бы печально бы. Да, мастер Рос, второй.
СТ-15 с отличием, пацаны, СТ-15 с отличием. Охренеть. Охренеть. Кто бы мог подумать? Охренеть. 7К дал. Летело хорошо. А, три тычки. Если не брать, конечно, те три тычки, которые я... Мне немножко подсперли. 1573. Мастер 1373.